Деятельность нашумевшей свинофермы в селе Бестомах приостановлена. У предприятия было несколько месяцев для исправления сложившейся ситуации в районе, однако нужных действий со стороны хозяев ответственные госорганы так и не дождались. В результате пришлось исполнить надлежащий документ в принудительном порядке. Мереке Амангельдекозе продолжит тему. В конце прошлой недели судебным приставам пришлось прибегнуть к жестким мерам, а все потому, что на устранение нарушений давалось немало времени. Однако хозяева не то чтобы не удосужились принять меры по решению возникших проблем, но даже напрочь отказались исполнять их. Согласно решению специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 20 января и 28 января текущего года государственными судебными исполнителями Департамента юстиции произведены исполнительские действия по приостановлению деятельности ТО «Парижская коммуна 21» в части эксплуатации навозохранилища и сбросов производственных вод в пруды накопителей и на рельеф местности, расположенной в селе Бештамак Алгинского района, до устранения нарушений. Таким образом, на сегодняшний день судоисполнителями приостановлен сброс сточных вод, опечатанные канализационные насосные системы и электроэнергия, а также размещены железобетонные блоки вдоль проезда на территории навозохранилища. При этом, как отмечают сами специалисты, все сделано в рамках закона, то есть в присутствии понятых и местных исполнительных органов. Напомним, осенью прошлого года местные жители обнаружили за свинофермой траншеи с отходами убойного цеха и потребовали закрыть комплекс. Позже в ходе проверок был выявлен ряд экологических, ветеринарных и земельных нарушений. В этой связи экономическим судом вынесено решение о приостановлении деятельности свинофермы и выставлен ущерб на 7 миллиардов тенге. А вот самого владельца скандальной свинофермы поместили под домашний арест. Мереке Амангельдекозе, Жанна Дельсагиев, телеканал Актобе.